Мэр Анапы Сергей Сергеев отметил высокое достижение руководителя санатория «Дилуч» Веры Севрюковой. Она 122-я в списке награжденных на Кубани и 3-я среди награжденных в курортной сфере. Я считаю, что это не только моя личная награда, это прежде всего награда коллектива и курортной отрасли Анапы, в которой трудится почти 7 тысяч людей. Это признание того, что курортная отрасль является ведущей, градообразующей, и люди, которые там работают, приносят настоящую пользу всей России. Сергей Сергеев предложил заслуженному работнику здравоохранения Кубани вручать золотые и серебряные медали выпускникам школ. Обсудили итоги сезона. Высокого курортный сезон еще продолжается. Лечебно-диагностический центр «Дилуч» первым начал практику круглогодичного приема гостей курорта. В этом году в Дилуче приняли на 2% больше гостей по сравнению с прошлым годом. Основной принцип лечебницы – новинки каждый год. Повышение качества услуг и лечения, стабильность в работе, адекватные цены – мэр Анапы Сергей Сергеев отметил основные условия эффективного развития курорта. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа регион.